Книгу первого казахского антрополога Уразака Исмагулова о происхождении казахов презентовали сегодня в одном из столичных вузов. 90-летний исследователь этнической истории казахского народа лично принял участие в презентации научного издания. Здесь же ему присвоили звание почетного профессора университета и вручили медаль за вклад в развитие образования и науки. Исследовательский труд авторов, а помогала академику его дочь, ученый-антрополог Айнагуль Исмагулова, был основан на конкретных антропологических данных. Авторы изучали костные останки человека от древних исторических периодов до морфологических особенностей современных людей. По словам автора, научное издание, выпущенное на казахском языке, стало сводом его полувековой трудовой деятельности. Я исследовал по пяти системам биологии человека, скажем, включая жировые складки на теле казахов. Затем исследовали кожные узоры, кисти рук и пальц, и скелет. Казахский народ, оказывается, с точки зрения не антропологии, единый и неделимый. Это самое главное. И это единый и неделимый его общность создавалась на протяжении почти 50 веков на современной территории Казахстана.